Несмотря на то, что лето выдалось холодным, сейчас у абитуриентов горячая пора. Приемка вышки работает до 29 июля, если вы подаете документы онлайн. Если же вы собираете документы и приносите их лично на Мясницкую 20, то вас ждут до 31 июля. В общем, остается не так много времени, поэтому прямо сейчас мы узнаем у академического руководителя магистерской программы экономика и управления образованием Евгения Алексеевича Савеленко, каких абитуриентов он ждет. Какие нам нужны абитуриенты? Главное, зачем нам нужны абитуриенты? И зачем мы им нужны? Понятно, что у нас в магистратуре есть преподаватели, семинары и даже лекции. Но это все не для того, чтобы сделать вас образованными. По моему глубокому убеждению, вы достаточно образованные люди. Вы абитуриенты. А всех у вас уже запрещали лекции, семинары, у кого-то статьи. Многие из вас уже учат других людей, в том числе взрослых, я точно знаю. Наша магистратура, то, как мы ее понимаем, это скорее пространство вашего становления как профессионалов, вашего становления в профессии. Те из вас, кто еще не определился с профессией, с направлением приложения усилий, да, тем мы помогаем это сделать. Тем, кто уже определился, тех развиваем и совершенствуем. Наш выпускник, наш студент на выходе, это не человек, как раньше говорилось, стоящий на перепутье множества дорог. Это все-таки человек, идущий по дороге, уже выбравший дорогу, или, по крайней мере, знающий эту дорогу. А и в то время, когда все остальные ждут и выбирают, он уже идет. Самые смешные вопросы от абитуриентов в текущей приемке. Запомнился вопрос. Он, кстати, очень смешной, но он повторяется убийственно часто. Доктор, а у меня есть шанс? И я всегда не знаю, что ответить. Потому что я понимаю, я скажу, ну, конечно, есть шансы. Это я подарю человеку надежду, и он будет думать, что он самый большой в мире молодец. Ну, как я человеку скажу, нет шансов? Поэтому, конечно, шансы есть у всех. Все достойны, все большие молодцы. Но забегать вперед я, ну, никак не могу, даже если бы и очень хотел. А еще был вопрос замечательный. А кто должен писать мотивационное письмо? Вот. Тут я сильно задумался. Естественно, уже, наверное, нельзя же ему сказать, что мотивационное письмо должны писать не вы, а ваши родители. Поэтому я в затруднении с такими вопросами. Я всегда вспоминаю фразу из романа Алексея Толстого, не романа, а рассказа «После бала». Наверное, они знают что-то то, чего я не знаю.